Друзья, всем привет! В сегодняшнем видеоролике поговорим о вреде курения, а конкретнее о современных, да, вот так сейчас самых модных, наверное, сигаретах HITS, да. Ну, мне кажется, это HITS, у меня упаковки нет, я сам их не курю. Вот, это я нашел, да, на работе парень курит. Я специально для вас собрал, и просто мне всегда было интересно, ну, мы уже сколько раз их, конечно, открывали. Вот, я предлагал их набивать им там и так далее, да, потому что они дорогие, в общем-то. И, в общем-то, я сам не прочь, как бы, да, перейти на них. Но единственное, меня, наверное, как и многих, останавливает цена. Как-нибудь, если интересно, если этот ролик наберет там хотя бы какое-то количество лайков, и там кто-нибудь напишет в комментариях, что хотят ролик об недорогих сигаретах, которые есть на рынке, вот, рассказать вообще, что они из себя представляют и как, вот, то я это сделал. Потому что я сейчас перешел на недорогие сигареты достаточно, до 50 рублей, к слову. Конечно, они вреднее, чем вот эти HITS. Наверняка, потому что все-таки здесь, судя по всему, табака очень мало, то есть здесь прямо, я не знаю, конечно, как курильщики курят и накуриваются, ну, просто я видел, у меня есть товарищ, он курит несколько штук подряд, он ставит на зарядку, потом он вейп еще курит, потом еще скурит сигарету, короче, никак ему не дается полностью вот на эти перейти штуки, ну, не знаю, может быть, кто-то курит их вполне нормально, ну, вот я видел еще другого человека, тоже одну за другой курит и так далее, но давайте рассмотрим конструкцию этого, ну, так скажем, сигареты, да, не до сигареты. Вот, мы вскроем несколько и посмотрим, вообще ситуация одна или нет. И насколько еще есть, да, кроме табака, побочка какая-то здесь присутствует или нет. Кстати, вот остатки табака, он, кстати, не сгорает. Я смотрел, он в центре только сгорает. К сожалению, у меня нету с табаком, потому что иногда, когда вынимаешь, оно, да, они здесь все почти повылетали. Ну, вот здесь потемнение видно вот с краю, и внутри уже, кстати, оно даже угольное. Вот, ну, разберем. Значит, здесь такой фильтр с отверстием. Ну, непонятно для чего он, вот, там часть все равно проходит, ну, как бы я не очень понимаю решение, мне непонятно, что он фильтрует, вот, и зачем. То есть, будем считать, что это не фильтр, а, так скажем, для удержания, да. Материалы для фильтра нормальные, кстати, вот это. Дальше смотрим. А дальше у нас получается интересная картина. Дальше у нас идет какая-то вот такая вот скрученная лента перфорированная. Но что мы видим, с одной стороны, конец этой ленты, он, здесь, кстати, такое ощущение, что он заглушен, но он здесь мягкий, здесь жесткий, то есть здесь за счет воздействия горячей температуры он такой стал жесткий и как будто бы даже оплавился вот в этом месте, то есть это не что иное, не никотин, похоже, не смолы, а именно он вот оплавился, я не знаю, видно, не видно, но здесь видно, что он сплавленный, сплавленная пластмасса. То есть получается, куря вот эту вот, как это называется-то, электронную сигарету, да, мы курим пластмассу. Вот это не что иное, как пластмасса, в общем-то. Понятно, что фильтры сейчас тоже синтетические, частенько, ну, из ваты их уже никто, из натуральных каких-то вещей не делает, из хлопка. Вот, они все синтетические сейчас фильтра. Но, тем не менее, там мы обычно не курим, там сантиметр как минимум оставляем, да, не докуриваем никогда до фильтра. А здесь же вот такая вот ситуация, то, что, видимо, здесь сплавленный, я даже не могу разорвать. Но здесь, видимо, человек долго курил и, может быть, даже два раза ее курил уже, да, то есть он поставил заряжаться, потом еще раз воткнул. И, кстати, возможно, и из-за этого они повылетали. Вот. То есть оно вот сплавилось, я не знаю, честно говоря. Вот, но здесь явно, вот прям видно, я не могу оторвать, вот здесь оно даже твердое, то есть оно, если мы сейчас попробуем разобрать еще следующую, она будет, скорее всего, может быть и разъединиться, если, конечно, не такая же картина с ней. Чтобы посмотреть, что это пластмасса, попробуем поджечь. Не знаю, будет она гореть или нет. Ну вот видно, что сплавляется, но не горит. Не горючая пластмасса, и вот она, кстати, вот так вот, она и сплавилась, и тоже видно, что она здесь потемнела, кстати говоря. Но надо отдать должное, это пластмасса не горит, и может быть, горит. И воняет прямо кислой пластмассой какой-то, вот запах, как кто поджигал офицерские линейки, или может быть, оргстекло, вот что-то такое, то есть, ну, не пластмассовый запах, а такой какой-то кислый, не знаю. Ну, разберем следующий, посмотрим. Это, кстати, фиолетовый, да, я не знаю, какие вкусы. Здесь такая же картина, здесь еще больше сплавленный фильтр. Еще больше. Тоже он твердый здесь. Не знаю, может быть, человек, конечно, да, как я говорил, уже курил ее там. Ну, потому что они дорогие, да, хочется все получить из нее. И, естественно, табака там мало, и накуриться, наверное, тяжело.
Вот. И может быть он ее дважды курил, я не уверен. Вот здесь тоже тяжело рассоединяется, но все-таки как-то рассоединяется. Да, я, наверное, один раз разбирал, все-таки она была, значит, не скуренной, поэтому там не было оплавившейся. Я вспомнил, я единственный раз вот разбирал, да, то, что запомнил. Они все такие, да, я не думаю, что человек все-таки курил ее до умопомрачения, они все в таком состоянии. То есть, получается, здесь мы подкуриваемся немножко пластмассой. Ну, я не знаю, есть ли любители курить пластмассу, наверное, есть. Я думаю, среди... Здесь, кстати, даже внутри надо достать что-то там такое интересное. Здесь как будто вот такая вот бархоточка. Внутри. Вообще, конечно, интересная конструкция фильтра. Вот это главное, он даже просвечивается. Вот там, если покрутить, вот эти каналы такие, они сплошные, а в центре зачем-то это, ну, наверное, а там оно упирается вот в такое, да, то есть это как фильтр работает, то есть тут дырочка, вот это вот, да, вот такая. Кстати, вот это более такой тугоплавкий материал, не знаю, почему нельзя было целиком фильтр вот из этого материала сделать. Он здесь, ну, он теоретически должен больше греться, вот этот фильтр. Вот, но он греется, но этот материал не воздействует на него температура так, что он оплавляется. А здесь вот эта пластмасса, то есть они вот так соосны получаются, и дым проходит вот через это отверстие, либо здесь фильтруется, и уже идет либо через центральный фильтр, и идет вот, если вот через это прошел, уже через свободные каналы. А дальше у нас уже стоит вот такой фильтр, ну, до которого уже, как видно, мало что доходит, он практически чистый, вот желтый, есть пятнышко. Но здесь уже практически ничего нет. Ну, в обычных сигаретах, конечно, это гораздо, гораздо все темнее в значительной степени. А вот на это, да, температура не так воздействует. Попробуем поджечь. Ну, да, плавится и горит, но... Ну, почему-то не воздействует, да, вот на первый фильтр, который стоит. Вот на этот так температура. Хотя тоже, вот, по идее, мог бы вот так оплавиться. Ну, не знаю. Не знаю, ну, в общем, выводы делать вам. Хотите курить пластмассу, да? Гарантированно причем. Здесь не надо докуривать до фильтра, а скорее всего. Вот. Может быть, конечно, пластмасса супер безопасная. Но в любом случае, курение вредно, это доказано. Вот. Поэтому лучше не курить. Все, всем пока, спасибо за внимание.